граде сем гродно от недостойных рук наших воздвигнутися благолепному храму ради спасения многих. Да и в нем до скончания мира сего славится пречестное и великолепое имя Пресвятые Живоначальной Троицы, Отца и Сына и Святого Духа. И исполни наше прошение, Господи, но обаче не яко же мы хотим, но яко же Ты, да будет воля Твоя во веки веков. Дары Святого Духа изобильны, и мы продолжаем их получать.
молясь, причащаясь, читая Евангелие, собираясь и творя какие-то добрые дела. И мы вновь и вновь получаем этого Святого Духа. И вот сегодня мы получаем этого Святого Духа, и мы должны открыть наши сердца навстречу Ему. Пожелаем, чтобы Дух Святой соединился сегодня с нами, Его благодать была с нами бесконечной. Постараемся как можно больше эту благодать сохранить в своих сердцах. Это самое главное, что мы сегодня должны сделать. Но опять же, сейчас мы совершили молитву, помолились о здравии, о том, чтобы Господь даровал нам силы творить те дела, которые мы творим, чтобы Он дал нам силы завершить начатое дело. Мы помолились о своих родных и близких. Вот, и перед тем, как перейти и помолиться за наших и усопших сегодня, чтобы и им возместить вот эту радость о снизошедшем на Церковь Божию, видимую и невидимую Духа Святого, мы должны с вами прочитать еще одну молитву. Это молитва коленопреклонная. Молитва, в которой мы спрашиваем у Бога, у Пресвятой Троицы, у Отца, Сына и Духа Святого благословение на следующий год. Мы на протяжении 50 дней колено не преклоняем, потому как так повелевал нам устав церковный. А сегодня эти колена мы должны склонить. Склонить покорно перед Пресвятой Троицей, перед Духом Святым, который на нас изобильно нисходит. Господу помолимся. Господи, помилуй. Присно текущий, животворный, просветительный источник, всегда сущая с Отцом созидательная сила, Христе Боже наш, за дело спасения человеческого прекрасно совершивший, неразрешимые узы смерти адовы за хлеба расторший, множество за лукавых духов поправший, себя за нас непорочное заклание принесший, тело свое пречистое, неприкосновенное и недоступное никакому греху, в жертву предавший. И этим страшным и неисповедимым священнодействием вечную жизнь нам даровавший, в ад сошедший и его засовы сокрушивший, и сидящий во тьме исход указавший, зла источника и глубинного змея, богомудрый приманкой уловивший и узами мрака связавший и твою благость беспредельно могущей силой, тартарь заключивший, в огне неугасимом и во тьме пронежном. О, великая премудрость Отче! Одержим напастями великий помощник, пришедший и просветивший сидящих во тьме и сине смертный. Ты, Господь вечной славы, Отца Всевышнего, Сын возлюбленный, пресносущный свет, от пресно-текущего света солнце правды. Души усопших радуй, Господи, души усопших радуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно и во веки веков.
Молись, спасись от ушла.